для кого-то бокс – это, не знаю, может, средство заработка или какая-то драга, умение драться. Для меня это в первую очередь спорт, для меня это спортивная конкуренция такая с другими спортсменами, показать, кто лучше. У меня с детства это есть, я хотел побеждать, я люблю побеждать. И так получилось, что я начал заниматься боксом, и в боксе я проявляю свои эти качества характера. Я прилетаю в Крым где-то раз в полгода. Как получается, это зависит от периода подготовки или после поединка. По-разному. Знаете, вы спрашиваете, тяжело ли боксировать, выступать за дали от родины. Вы бы как себя чувствовали, будь вы вдали от родины? От семьи, от близких, от друзей, от той еды, к которой вы привыкли, от, не знаю, от того языка, к которому вы привыкли, от того воздуха, которым вы привыкли дышать. Там совсем другой мир, там другой менталитет, другие люди. Я не скажу, что они плохие, это просто другое. И, как говорится, где бы ты ни был, дома всегда лучше. Мне, знаете, очень приятно, что я могу быть полезным для, во-первых, для Крыма, для своего народа, для людей вообще. Хоть я просто спортсмен, как мне кажется, но от меня есть польза и молодому поколению, потому что спорт прививает, помогает воспитать себе характер, мужской характер. Бывает, и девочки тренируются, но, в общем, преодолеть в некоторых моментах себя и в будущем, возможно, если даже не станут они большими спортсменами, то это им поможет в жизненном пути добиваться результатов. Предположительно, планируется поединок на май месяц. Точной даты нет, точного имени соперника тоже нет, но это будет, скорее всего, снова же рейтинговый поединок. Ну, как для вас это гордость, для меня тоже это гордость, потому что я имею право одеть это, показать всему миру, что кем я являюсь, какому народу я принадлежу. Это подчеркивает мою принадлежность к крымско-татарскому народу. Перед тем, как выйти в ринг, у меня традиция помолиться. Все. Это вся моя традиция.